вы умеете? Unok ik saharda vi ha kulpe tonalitsak oy unok ik saharda Дин, ты меня нашел. Ты отлично справилась. Я отвлеклась. Не услышала его шагов. Мне сказали, монголы увели пленников вверх по реке. Среди них был кузнец. Твой брат? Похоже на то. Их повели в лагерь у залива Канеды. Я знаю, где это. Нашел, кто поможет тебе спасти дядю? Пока нет, но я продолжаю искать. Скоро кого-нибудь да найдешь. Пошло. Когда мы спасем Таку, он тебе поможет. Не верится, что мы с ним скоро увидимся. Повезло ему с тобой. Он бы поспорил. Для того братья и нужны. А у тебя есть кто-нибудь? Братья, сестры? Никого, только господин Симура. Спасешь его, что потом? Переведу дух, потому что тогда у Цусимы будет надежда. Сильно сказано. Я видел, как он побеждает, несмотря ни на что.
А ты? Что будешь делать, когда спасешь брата? Честно говоря, пока не думала. Хорошо держишься в седле. Как твои раны? Почти все зажило. Ты хорошо перевязала. Не любишь ты говорить, что у тебя на душе, да? Пожалуй, ты права. Дядя говорил, что самурай должен учиться владеть своими чувствами, как конем или мечом. Тяжко, наверное, так жить. Нам и не должно быть легко. Сверху хороший вид на реку. И лагерь монголов хорошо видно. Вот и лагерь. Туда так просто не попасть. Монголы построили его за считанные дни. Должна быть лазейка. Поищем. Нужно дойти до Таки, но тихо, чтобы он не пострадал. Что-нибудь придумаем. Позади укрепление надежное. Залезем по камням на той стороне. Камни могут осыпаться и насторожить часовых. Передняя стена еще не достроена. Может, найдется лаз. Мы отыщем в этой стене пролом. Влезем внутрь. И перережем монголов на месте. Если нас заметят, пленников убьют. Они так уже делали. Нам важно действовать тихо. Как воры. А что в этом плохого? До самураев островом правили разбойники. Мы навели здесь порядок. Установили власть закона. Мы следуем пути чести. Хоть иногда он ведет к смерти. Как погиб мой отец ради защиты нашего дома. Я и хочу защитить наш дом, но при этом остаться в живых. Я обещал дяде не сходить с пути. Так обойди углы. Спаси мою семью. И что осталось от твоей? Давай подберемся ближе. Найдем, где пробраться. Надо подождать, пока стемнеет. Пошли. Так, а сильно натерпелся. Еще до вторжения. Ты о нем заботилась? Кому-то пришлось. Его огорчало, что я ворую. Но нужно было или красть, или умирать. Вот и весь выбор. Я тоже не выбирал быть самураем. Но идти против себя, свернуть с пути... Лучше, чем умереть от рук монголов. Мы должны обороняться любыми способами. Сюда. Если нас увидят, убьют пленников. Значит, мы подойдем тихо. И перережем им глотки. Что думаешь, Дзин? Медведь хромает. Вы ранили его стрелой. Раненый зверь опаснее всего. Будь начеку. Да, дядя. Не упускай его. Не знал, что тут водятся медведи? Обычно нет. Их загнали сюда бои в Ярикаве. Так это вина мятежников. Надо скормить их медведю в наказание.
Мы ведь не варвары, Дзин. Здесь медведь падал. Он умирает? Нет. Но мы его скоро настигнем. Будь наготове. Да, дядя, если он жив, можно я выстрелю? Сперва докажи, что ты способен владеть собой. А потом, может быть. Готов. Осторожно, может, он еще живой. Его не могла убить эта стрела. Смотрите, дядя, у него рана в боку. Не от стрелы. Убийца! Из Ярикавы! Предатель! Думал ударить Дзито в спину? Дзин-сакай! Приди в себя. Мы честные люди, не как он. Мы самураи. Он хотел вас убить! И должен заплатить за это жизнью. Смотри ему в глаза. Покажи, что самурай не поддается ни гневу, ни страху. Забери его жизнь с честью. Мы сражаемся только лицом к лицу. А отнимая жизнь, мы смотрим в глаза с отвагой и почтением. Так принято у самураев. Только трусы наносят удар из теней. Дин, ты чего? Давай найдем твоего брата. Нас не должны заметить. Используй все свои чувства. Думай и двигайся, как вор. Юна, это... Нет, это не так. А, хорошо. Смотри, пленник. Так и? Проверим. Нет, это не Така.
Как вы сюда попали? Надо идти. Поговорим потом. Пошли. Чингарву! Идем к реке. Там безопасней. Ты из соломенных шляп? Хм, был. Ушел, когда у них закончилась и еда, и деньги. Господин Симура попал в плен. Мне нужна помощь, чтобы освободить его. Тебе работа нужна? Мне нет, но другие могут согласиться. Мои бывшие друзья охотятся на монголов в префектуре Цуцу, у моря возле пастбищ Киси. Сюда. Мы ищем моего брата, кузнеца по имени Така. Насчет него не знаю, но здесь проходило много пленных. Говоришь, пленников уводят? Куда? Вроде в бухту Адзамо. И недавно среди них был кузнец. Молодой парень с бородой. Вроде из Ярикавы. Хорошо, если так. Надеюсь, кузнец найдется. Така жив. Он в Адзама. Город хорошо защищен. Если просто ворвемся, навлечем на Таку беду. Есть у меня приятель, который проведет нас. Найди его. Быстрее спасем Таку, быстрее вызволим дядю. Дин. Когда освободим Таку, он выкует тебе что угодно. Но потом мы покинем остров. Ты же видишь, что творят монголы. Господин Симура им помешает. Останьтесь. Спасите свой дом. Дом — это там, где мы с Такой. Мой друг живет в префектуре Адзама, рядом с Цуцу. Встретимся там. Я знаю, это трудно. Нарушить свои принципы. Я делал, что должен. Спасибо. Господин Симура, ты заслуживаешь лучшей участи. Убеди своих людей прекратить сопротивление, и ты будешь свободен. Не трать мое время. Убей меня. Ты думаешь, что потерял все. Но твой племянник еще жив. Цин. Дороги принадлежат нам. Мои люди ставят лагеря у городов. Они видят все. Они найдут его. Господин Сакай никогда не оставит борьбу. Как и я. Любишь его. Так же, как свой народ. Ты ведь им отец. Неужто бросишь детей? Я не отдам их тебе в рабство.
стоит обратиться к сенсею Исикаве, если он еще жив. Господин Сакай, вы видели птиц? Каких птиц ты ищешь? Золотых. Тех, чьи песни напоминают о мирных временах. А, моя мать их любила. Говорила, что эти птицы знают наш остров лучше всех. Охотно верю, господин. Будь я смелее, я пошел бы следом за такой птицей. Посмотрел бы, куда она меня приведет. Пожалуй, я так и сделаю. Но ты и правда с этим погоди. Не рискуй напрасно. Хорошо, господин Сакай. Благодарю вас. Ты? Молодец. Пошла! Я думал, господина Симура убили. Он столько для меня сделал. Столькому меня обучил. Я не дам дяде погибнуть. Ни за что.
Тырдил! Тырдил! Серьезно! Но! Господин Сакай, я изучал поэзию с вашим дядей. Монголы захватили в плен господина Симуру. Он выдержит. Он сильный и выносливый. Искусный в битве и в поэзии. Вы умеете слагать хоку, мой господин? На войне нет времени. На войне как раз самое время. Хоку помогают сосредоточиться, изгнать хаос. Обрести мир. Именно так. Я люблю писать стихи на вершине утеса. Таких мест немало. Если приглядитесь, то сможете найти вдохновение повсюду на Цусиме. Надеюсь, на острове есть еще места, куда не добралась война. Наблюдайте за птицами. Они укажут вам путь. Ветер шепчет в ветвях. Прохладна постель. Легче на сердце. Старик был прав. Мой дух спокоен и силен. Нужно сложить еще несколько стихотворений. Быстрее, Кага! Источники Хиёси. Может, кто-нибудь в трактире знает, где сенсей Исикава? Господин, у вас такой изможденный вид. Вам, видно, многое пришлось пережить. Ты представить не можешь.
Ну да, я не отказался бы отдохнуть. Зайдите к моей сестре. Она живет у источника в Хиосе. Я как-то захворала, и она велела мне там искупаться. Я тогда будто заново родилась. Похоже, туда мне и нужно. Мой господин, это меч клана Сакай? А ты разбираешься? Это прославленный клинок. Я слышал о том, как он прекрасен и остер, но даже не надеялся увидеть его своими глазами. Давненько я не тренировался на бамбуке. Для меня честь увидеть ваш меч в деле. Меч клана Сакай прекрасен. Тем более, когда он в руках мастера. А тренировки с бамбуком сделают вас только сильнее. Да, сила мне понадобится. На острове много тренировочных площадок, и вы сможете оттачивать свое мастерство. Прощайте. Самурай? Живой? Я ищу сенсея Исикаву. Разве он не погиб у комоды? Нет. Где его додзё? За лесом. Я вас провожу, господин. Так сенсей не был у комоды? Нет. Я видел его в городе за день до вторжения. Он приходил в лавку. Но он ведь молчун. Никогда не знаешь, что на уме. Господин, а правдивы ли рассказы о сенсее Исикаве? Какие рассказы? Говорят, он одной стрелой потопил пиратский корабль. Корабль, конечно, нет. Но он с берега застрелил их капитана. Так он и остановил весь флот. С таким человеком лучше не ссориться. Ты заслуживаешь смерти? Надеюсь, что нет. Тогда и бояться тебе нечего. Додзё-сенсея вон на том утёсе. Спасибо. Дальше я сам. Позволите еще один вопрос. Известно, почему сенсей перестал обучать лучников в клане Нагао? Никто не знает. Странно ведь. Оставил такой достойный пост ради этого?
Дадзё-сенсей Исикава. Тут следы борьбы. Надо осмотреться. Кровь засохла. Драка была давно. Кто-то был ранен и вынул стрелу. Кровавые следы. Жертва или нападавший. Может, сенсей у себя дома. Скромная обитель для самурая. Не двигайся! Сенсей Исикава. Сын господина Сакая. Ты выжил у Камады? Вас там не хватало. По пути на меня напали разбойники. Думаете, они вернутся? Самурая невозможно застать врасплох. Симура был хороший человек. Жаль, что погиб. Он жив. Монголы взяли его в плен. Так есть надежда. Я хочу его спасти. Помогите мне. Не могу. Мой ученик пропал. Искусный стрелок. Я его найду. И мы вместе спасем господина Симуру. Тогда не отставай. Кто еще уцелел после Камады? Никто не знает. Кто-то еще может сражаться? Кроме нас? Пока не знаю. Так узнай поскорее. Вдвоем мы не сможем вызволить Симуру. Я помогу вам с поисками. Я и без тебя отыщу Томоэ. Томоэ? Женщина? Из какого клана? Не из какого. Она простолюдинка. Но стреляет получше любого самурая. Даже тебя, Сакай. В последний раз мы виделись лет 10 назад. Ты хотел у меня учиться. Вы помните? Я помню почти всех, кому отказал. Вместо меня вы взяли в ученицы эту Томоэ. Ты подавал надежды, а Томоэ — истинный талант. Обманулась. Убей их! Саша! 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 Они как пьяные тануки. У Камода они сражались хорошо. Даже тануки справятся с тигром, пока тот спит. Мы вышли на след Томоэ. Идем! Монголы взяли форт Накаяма. Этот патруль был оттуда. Это недалеко от источников. Следующим падет город. Здесь что-то случилось. Засада. Осмотрись. Кровь. Но немного. Никто не погиб. Японский колчан. Подарок моей лучшей ученице. Рис и пшено. Не тронутые? Значит, напали внезапно. Я опасаюсь худшего. Тому не бросила бы этот колчан. Похоже, за ней гнались. И схватили. Для чего? Чтобы допросить, пытать. Или хуже. Что теперь с господином Симурой? Страх — это оружие, Сакай. Лучше не давай его в руки монголам.
Как думаете, куда увели Томоя? Форт Накаяма. Форт недалеко. Я должен был сражаться у Комоды. Все к лучшему. Мы и так потеряли слишком многих. Почему вы проиграли бой? Монголы сражались как звери. Ответ неверен. Я своими глазами видел. Лучник должен полагаться не на глаза, а на тело, разум и дух. Постой. Нужно поговорить. Что-то не так, сенсей? Этот лук подарил мне господин Нагао много лет назад. Прекрасное оружие. Разумеется. Но мне всегда больно видеть превосходный лук в неумелых руках. Хорошо, что вы отдаете его мне. С чего ты взял, что отдаю? Докажи, что умеешь стрелять, и, может быть, одолжу. Тебе нужно испытать его перед боем. Целься в ближайший фонарь. Хорошо. Теперь тот, что дальше по дороге. Слева. Недурно. Теперь посмотрим, сумеешь ли ты попасть в самый дальний. Как ощущение? Он словно сделан для меня. Это не так. Будь добр его беречь. Идем. Такой лук пригодился бы у Комоды. Это хороший лук. Но победу приносят воины, а не оружие. Вы не видели огненное оружие монголов? Так они еще не победили. Форт Накаяма. Надеюсь, ваша ученица там. Оттуда будет лучше видно их укрепление. Идеальное место. Я проберусь туда и открою ворота. Мы нападем. Ты всегда рвешься в бой, толком не подвязав Хакаму. Что же тогда делать? Терпение, Сагай. Монголы отправят людей на поиски пропавших патрульных. Нападем, когда они откроют ворота. Пока мы тут ждем. Томоя остается в руках врага. Она может за себя постоять. Как следует осмотрись. Чем тут можно воспользоваться? Осиное гнездо. Ос можно разозлить выстрелом. Пусть монголов жалят стрелы и насекомые. Бочки тяжелые, можно использовать. Ну, посмотрим. Если выстрелить в светильники, посыплются искры. И начнется пожар. У них много лучников. Они хороши, но мы лучше. Когда ворота откроются, мы отвлечем врагов и начнем осыпать их стрелами. Затем ворвемся в форт и освободим Томоя. Хорошо. Ждем момент. Открывают ворота. Жди моего сигнала. Готовься. Давай, пускай отправляются к предкам! Yeah.
Недурно, Сакай. Внутри будут еще. Разберемся. Надо найти Томоэ. Убитые пленники. Их связали и застрелили из лука. Томоэ не... Постой. Это ее амулет. Она где-то здесь! Это японские стрелы. Они принадлежат Томоэ. Вы уверены? Я обучил ее делать хвостовики из оленьего рога. И брать перья Орлана. Монголы забрали ее оружие? Стрелы загнаны впритык. Нет монголов столь искусных с японским оружием. А, выходит, ей позволили взять лук. Свиток. О стрелковом искусстве с переводом на монгольский. Здесь и ваше имя. Она обучала их моему пути лука. Здесь чьи-то покои. Женское кимоно. Это кимоно Томоэ. Монголы ее отпустили. Почему? Слышишь? Выживший. Мы ищем одну женщину, лучницу. Монголы посадили ее в клетку. Вместе с нами. Но потом выпустили. Дали ей лук и доспех. А она убила мою жену и остальных. Мы нашли их тела. Она показала врагам свое искусство и переметнулась к ним. Не оставляйте меня. Пожалуйста. Мне так больно. Я видел достаточно. Идем. Надо было ее убить. Сенсей. Томоэ завоевала свободу. Она теперь с монголами. Не понимаю, почему? Скажите. Я слишком на нее давил. В каком смысле? Что за тайна? Сенсей! Я требую ответа. Она на меня напала. Не разбойники. Томоэ. Почему? Ей не понять, что значит быть самураем. Это вы толкнули ее к монголам. Не суди меня. А вы мне не лгите. Нельзя позволить Томоэ обучить врага моему пути лука. Мы ее остановим. Твое оружие ни к чему, я сам. Нет, я вам нужен.
Победу приносят воины, не оружие. Симура хорошо тебя воспитал. За Томоэ пойдем вместе, но слушайся меня. И после этого вы поможете мне спасти дядю. Даю тебе слово, Сакай. Чтобы выследить Томоэ, нужно подготовиться. Как будешь готов, приходи в додзё. Мы не спасем дядю в одиночку. Нужны союзники, которые нам помогут. Найди госпожу Масаку Адати. Не знаю, жива ли она, но на острове мало воинов лучше нее. Монголы заполонили остров. В бою они меня окружат, как волки. Придется думать, как их отпугнуть. Хороший метательный нож. Можно застать врага врасплох или добить.